Ситуация с дорожным травматизмом детей-подростков. Какова статистика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних за 3 месяца текущего года? В чем же основные нарушения ПДД несовершеннолетними? Пешеходы и велосипедисты. Дорожные ловушки на проезжей части. Как их избежать? Смотрите программу «Город ТЭС» 14 апреля 18:15. Гость в студии Ирина Тарпанова, начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре.